Здорово, народ! Сегодня хотел бы рассказать, как можно проверить целостность ваших контуров теплого пола, опрессовав его воздухом. Если у вас, к примеру, нет еще теплоносителя и остальная система у вас еще не готова, а полы вам заливать уже надо. И чтобы проверить целостность системы, целостность всех магистралей, целостность всех контуров, когда вы уже подключили их на распределительный коллектор, есть специальные опрессовщики, которые закачивают теплоноситель в систему под давлением. Там стоит на выходе манометр, и вы накачиваете определенное давление вам в систему, чтобы проверить целостность всех контуров перед заливкой. Такой инструмент стоит порядка 10-12 тысяч, но чтобы его не покупать или, допустим, не брать в аренду, можно воспользоваться воздушным компрессором. У меня вот есть компрессор, сам компрессор стоит у меня внизу. Я вот сейчас вывел сюда шланг вот такой вот с быстросъемным коннектором. А вы же, если у вас нет обычного компрессора, можете воспользоваться автомобильным, подключив его просто к аккумулятору. На вход, где у меня горячая вода, то есть подача, я подключил вот такой вот набор соединителей и переходников. Это быстросъем на 1 дюйм. И сейчас я подключу сюда компрессор, открою кран и буду накачивать туда давление. Вот видно, как работают расходомеры. Сейчас вот в эти три контура я накачиваю давление. Надо бы и четвертый тоже задействовать. Сейчас вот я в четыре контура, которые у меня уже смонтированы, я накачиваю давление. Накачивать буду, вот у меня здесь 6 бар. Накачиваю 6 бар и жду до следующего дня. Если давление не упадет, значит, система вся смонтирована качественно, утечек нигде нету, труба из сшитого полиэтилена нигде не повреждена, и можно заливать стяжку. Итак, прошел один день. Вчера я закачал сюда 6 бар, и как можно видеть на манометре, стрелка даже на одно деление не упала. Соответственно, система вся целостна, утечек нигде нет, смонтировал я все правильно, подключил правильно, и можно приступать к заливке стяжки теплого пола. Если это видео было вам полезно, обязательно оцените его. Хотите продолжение про заливку, про коллектор, про остальную инженерку санузла, обязательно подписывайтесь на канал, и увидимся с вами в продолжении в следующем видео. Пока!